Всем привет! Сегодня мы играем в Among Us. Группа астронавтов попала в ловушку и должна выбраться, оставшись в живых. Но это будет непросто. Среди команды есть предатели, которые будут всеми способами мешать экипажу выполнять задания и могут убить остальных членов команды. Цель команды как можно быстрее выявить предателя и выкинуть его с корабля общим голосованием. Вас ожидает угар, бомбежка и крики, ведь никому нельзя доверять. Охота началась. И да, если новый формат видео понравился, поставь палец вверх и напиши, хочешь ли продолжение. Ну а мы начинаем. Член экипажа, два предателя среди нас, 9 человек. Что по заданиям? Опа, сразу можно выкинуть мусор. Мусор выкидываем. Так, у предателя минута на откат убийства, поэтому пока можно спокойненько... Давайте побежим быстрее в электричество. Я не хочу там умирать. Это просто какая-то братская могила, серьезно. То есть как только туда не забежишь, сразу трупик. Вот. Так, здесь подводочку делаем и... Да ладно! В смысле? Я, блядь, из люка вылез, короче, а там... Ну чё, всё тогда, Грэдди? Грэдди. Мы с братом стоим, и Грэдди из люка вылез. А я не видел, как он вылез, кстати. А ты в эту охрану смотрел, ты же смотрел в камеры, да? А, я в камеры смотрел, поэтому я не видел. А я рядом стоял, смотрел, из люка вылез. Я из люка вылез, что мне сказать-то? О, предатель с некром. Так, давайте сделаем вид, что мы идем скидывать листья. Так, все, можно убегать, потому что нас печенька не видела. Можно, кстати, знаете что? Если сейчас Макс побежит налево туда, можно, короче, печеньку здесь хлопнуть. Потому что откат у нас уже произошел. Во. Так. Оп. И вентиляцию. Взрыв реактора. Давайте сверху, наверное, побежим где-нибудь. Хлопни его! Нельзя, чтобы он спалил. Так, надо, короче, сделать... Что? Допустим, свет. Что такое? Я не видел трупа, но я видел, как Ба выполнял квест с проводками, но ему не засчиталось в таск. Нет, я был потом с Даркнессом и с мистером Рандомом, я это реактор с Даркнессом. Я хотел просто донести. Окей, я сделал с проводками, у меня засчиталось, и я с Даркнессом отключил реактор. Я видел, когда ты уходил, полоса таска была пустая, никто еще квест не выполнил, ты с пустой. Я не знаю, я до этого играл, тоже такая ситуация уже была. В принципе, предатель может отключить реактор, так что это... Не реактор. Я не скажу. Я, короче, сейчас видел только Некро и Макса, кстати, еще видел. Я с коты бегал. Я видел в центре, как бы, и с котом бегал, и МТ я видел в центре, в столовой, и, по-моему... А ты раз... еще со мной. А, еще Некро со мной рядом бегал. Да-да, я видел Грэдди, я видел кота мимо пробегающего, видел МТ. Вообще информации, то есть, как бы, по-моему, никакой вообще не получили. И даже непонятно, где труп. Я просто сказал о том, что... Коты, вопрос. Вопрос. Я попробую все-таки против. Квестка была вообще пустая, не началась она, когда я выполнил? Не, она пустая была, ты ушел. А ты до этого задание сделал и я чё? Не делал задание, я за тобой посмотрел, у тебя не заполнилось, ты начал в мою сторону бежать. Я сделал задание, у меня не заполнилось тоже. Да, я в прошлой катке тоже чувака затопил, потому что полоска не сдвинулась. Да, а в итоге он оказался не импостером. Я мусор сдул вот этот туда, и у меня не заполнилось это. Ребята, кто-то вообще видел, куда печенька побежала, где она померла? Нет. Ну а кто вызывал? Не, не видели, я тоже не видел. Я просто хочу обвести информацию. Хорош. Все. Так, хорошо. Не спалены это отлично. Значит, что надо сделать? Надо сейчас сделать а-ля, допустим, мы выполняем какой-нибудь квестик вот здесь вот. Типа мы выполняем. И реактор, саботаж. Хорошо. Нам помог Некр немножечко. Надо теперь бежать, короче, туда к реактору и желательно там хлопнуть двоих. Или кого-нибудь по пути. Вот здесь вот. Нажми снизу. Все хорошо. Блин, здесь очень много народу. У нас откат еще 17 секунд у обоих. Можно сейчас попробовать хлопнуть кого-нибудь двоих? Ну, это на самом деле, мне кажется, будет палевно.
Че, ты хлопнешь его? Бля, надо в вентиляцию уходить. Красиво вообще получилось. Отлично, отлично сыграно. А, я синего нашел. Ребята, два, короче, этих убили просто друг у друга на глазах и как бы... Оба импостера не обнаружили. А, кто за мной бежал снизу? Чего? Я на камере сидел, короче, просто под камерами убивают кента, и стоит и МТ, и некр, друг возле друга. А кто убил? Это где камеру? Было? А какая разница, короже, на камерах я смотрю... Я справа вообще был. Может, один из... Я справа проводку делал. Кто труп вообще нашел? БА. Я нашел, да, синий возле этой... Тоже на камере. Короче. Труп лежал синий на камере, короче, а на другой камере МТ и некр, короче, убили кого-то там, я не знаю, там, рандома, по-моему. Я никого не убивал, я видел некра. Это как? А, не, двое, говорю, может... бегали, я вообще бежал, проводку делал. Я был с БА и КТ. Давайте я предлагаю одного, например, некра убить. А кто ближе стоял? Мне кажется, Грэди, что-то какой-то муд. Давай некра, некра. Давайте я некра. Ну, не, Грэди говорит, что убедительно. Ты просто говоришь, давайте Грэди, муд. Ну, можете меня убить, как вы сейчас выкинете в космос, и потом останетесь 4 против 1. Не-не-не, я же говорю. А если мы сейчас некра выкинем и некропредатель, то потом как бы у нас еще останется еще... Так, а... Я просто понимаю, что сейчас некра оказывается предателем, то, ну, МТ сорян, как бы. Я вообще квест делал, говорю, справа. Проводку. И ты не видел, как при тебе кто-то убил? Нет. Вот он бежал снизу. Оказался одним из предателей. Один остался теперь. Предатель. Снизу бежал. Но они сейчас будут бегать все вместе, будут такие типа, да, это он, да, это он. Да, блин, тут уже, короче, это самое. Сложно что-то сделать. Так, ну у нас... Да. Упруги и Грэди отключали реактор, КТ бегал со мной. МТ не знаю, где был. МТ убежал вправо куда-то. МТ. Только я шел карточкой шликать, потому что вас там бежало 3 или 4 человека к реактору. Зачем мне туда бежать? Я лучше квест сделаю. Пацаны, нет квеста на карточку. Никого не убили еще. В смысле нет квеста на карточку? Играть за импостера, поэтому я не знаю. Че, ГГ? Гудгейм хайс. До свидания. Некор, ты почему меня подставил? На камере его убил. На камерах вообще не надо ничего делать. Член экипажа опять не дают предателя. Не дают предателя. Я сначала скину мусор, пожалуй. Вообще надо бегать с кем-то. Потому что у меня что-то в последнее время очень много именно клацают, пока я убегаю куда-то один. Ребята, Печенька убивает в медпункте Даркнесса. Все просто. Это залет. Печенька начинает. Ваше оправдание. Постеснялась. А что я не вижу, что Даркнесса убили? Не, убили. Печенька, ты что скажешь? Есть чем оправдаться? Вот. Кстати, вообще ни одного задания-то не сделали. 8 голосов, нахуй. Хороший старт, чай. Да, это, конечно, было жестко, согласен. Жестко. Ладно, продолжаем делать задание. Проводочку надо починить. Починить проводочку и так, чтобы нас при этом не убили, не завалили. Потому что, блин, это опасно на самом деле. Надо внизу быренько здесь мусор скинуть и пока всем остальным бежать. Предатель остался один. Поэтому, в принципе, ничего такого прям критичного нет. А почему БА отсюда бежит? А, потому что здесь все есть. Хорошо, ладненько. Некроманты упруги. Почему некромант стоит? Починили. Ладно, давайте с Максом побежим направо. Нас, в принципе, видели. И здесь мы под камерами были еще, добавок ко всему. Поэтому здесь мы можем спокойненько встать и чинить свое электричество. Потом еще задание по навигации. Проложим курс. И дальше осталось только шликнуть карточкой. Короче, Макса я все время вижу.
Макса я все время вижу. Ага, ага, херушки тебе. А чё это ты? Рандом, что-то ты странный какой-то. Какой-то он очень странный. Так, давайте-ка шликну карточкой здесь быстренько. И мы все задания сделали. Взрыв реактора. Кто? Кто где? Так, надо смотреть внимательно, чтобы никто нас не загасил. Так, опа. Чего такое? Слушай, на самом деле, ты там как-то очень странно, когда я в правой верхней части был. Упругий сбрасывал листья или какую-то херню. Ты просто такой бежишь на меня, останавливаешься, короче, и все. И обратно побежал наверх. Ребят, вам не кажется, что упругий слишком много молчит? Что-то непорядок. Тактика молчания. Мне кажется, надо Костяна убирать. Потому что так это по фасту. Одного убил, другого сейчас слил. Нет, это точно не Кость. Это точно не Кость. Это точно не Кость. Почему нет сразу 2 кило за 10 секунд? Я думаю все-таки, что это Миша рандом. Я, короче, за Мишу. За Мишу? Я за Мишу. Он, не знаю, он странно как-то справа вверху стоял. То наверх на меня бежит, то наверх обратно отбегает, хуй знает. Подозрительно очень. Кто саботаж сделал? Он просто с телефона играет. Я саботаж сделал. Нет, я с телефона не играю, я на компе. Ты саботаж сделал? Нет, я сделал этот вызов, нажал, а саботаж... Ребят, голосуйте и не забывайте квест доделать сейчас. Я знаю, я открыл саботаж сделал. Мы сейчас... Мы сейчас с бабочкой... 3-3 вроде. Или меня бабочки нет. Короче, я все квесты сделал. Все, молчим. Блин, короче, очень странная ситуация. Я подозреваю вот рандома на самом деле. Рандом подозреваю. О, надо вместе бегать. Короче, ладно, давайте, погнали с супругим. Я что-то не знаю, ему больше всего доверяю. Ну, блин, он меня мог тысячу раз убить, серьезно. А чё он так быстро бегает? Я буду тут стоять. Ба и Греди. Давай, Макс, чини. Все здесь. Все здесь. Я буду бегать с супругим, короче. Я не знаю ничего. Я буду бегать с супругим, потому что я ему больше всего доверяю. Кот, ты это видел? Чего? Откуда упругий взялся? А, кстати, да. Да-да-да. Я тебе говорю, молчит. Он неспроста стоит, молчит. Точнее, я с тобой вдвоем были раз, и он появляется. Это было такое. С некромантом встал, еще кто со мной вдвоем. Какой ты встал? Мы стояли с котом, а ты откуда-то появился там. Короче, ребят, это 100% не Греди, это 100% не Ба. У Ба выполнял Саймона. Я вам предлагаю за упругу голосовать. Я только хотел против Греди. Но если это не он, то ты в разбен пойдешь. Ну, в принципе, да. А кто обвинил упругого-то? Со мной, кто вдвоем стоял? Я стоял с некромантом. Я вообще с Максом всю катку бегал, он меня, говорю, мог тысячу раз завалить. Нас, в принципе, много, можно выкидывать людей, не париться. Короче, я за упруга, потому что мы с КТ стояли, он откуда-то появился. Ошибочка. Как бы это жестоко не звучало. Я бы так же сказал. Блин, я не знаю, короче. А кто со мной вдвоем были? А вы чё молчите, я не пойму. Короче, не знаю, я за него просто в расход в тупую, я не знаю. Ну, потому что за упругого он топил. Если это не он, значит это кот, потому что остальных двух я уверен. Прикольно. Я вообще скипнул, потому что я с ним бегал, я хз. Значит, кот. У кого кнопка? Это кот! Короче, блин, он всех развел. Он всех развел. Почините свет, хорошо, бежим. Бежим вместе все. Пацаны, бежим все вместе. Бежим все вместе, все. Сам вырубил свет, сам его включил, чего? Да это 100 пудов код. Это 100 пудов код, и гадалки не ходи просто. Это 100 пудов код. Но я не могу кнопку нажать. Кот, как тебе? Кот, как тебе там? Сам починил. Сделал саботаж света, сам починил, а?
Я не делал саботаж света. МТ тоже как шажочками перемещался, когда не было света. Кстати, мне тоже понравилось. Ну, это аккуратненько вот эти... Да. Я все время бегал так, чтобы все время все были как максимально в поле зрения. Вот, а да. КТ сразу туда усвистал и все. Так а я гоняю, я просто, ну, блядь, я не знаю, убейте и кого-нибудь. Потому, что, ну, мне кажется, ты развел всех просто, вот и все. На самом деле, я вот удивлен был, что некор, конечно, упругого сильно за люк закинул. То есть из-за этого как-то мы как-то аж потеряли много времени. Да, и кот в это время топил за некро, то есть чтобы кикнули упругу. Короче, это стопудов кот. Нет, наоборот. Здесь очень хорошо некро. Хотя, с другой стороны, если мы сейчас кикнем не того, то, короче, это поражение. Но я за кота все равно буду. Да, финалочка. Вариантов нет. Блин, Грэдди мог топить печеньку. Либо это будет гениальное решение. Это очень крутая игра будет, если Грэддик топил печеньку. Ну да. Короче, я за кота, я не знаю, будь что будет. Я за кота тоже, но Грэдди будет красавчиком вообще. Ну, я скипаю. Тебе это не поможет. Да! Развел всех! Опять член экипажа. Да сколько можно? Один раз за сегодня был членом экипажа. Так, я побежал направо, никто не побежал со мной. Ладно, выгружаю файлы пока. Надеюсь, что сейчас никто не прибежит, меня не прирежет. Со мной был Даркнесс, я тебя спалил. Пошел вон. Даркнесс, я видел, как ты убил кота. Слишком уверенно, я поддерживаю. Да, я тоже думаю, согласен. Что Даркнесс, потому что я выбегал со столовой, как бы, и Даркнесс возле медпункта. Я просто стоял на камере и просто тупо видел эту смерть. Давайте Даркнесс послушаем. Тогда все, тогда Даркнесс. Единогласно, я думаю, да. Даркнесс, давайте послушаем, пожалуйста. Давайте. Мы тебя кикаем, ну давай послушаем. Ваше слово. Кикайте меня, я притвориться не могу. Уверен, ты типа с типами на одном корабле летаешь, и, к сожалению, даже никаких нет. Ну, я думаю, что он очень ненавидит кота. Мы бы решили с Даркнессом, а какие дальше соображения? Есть какие-то? Со мной рядом... Пока нет, точно не печенька. Сто пудов не печенька, потому что она все время была, считай, со мной. Голосуйте, ребят. Давайте это. Выкинем его. Так, не Грэдди. Соображение по-другому есть? По следующему. Ну, давайте, Дарк. Точно не печенька, пока ХЗ больше. Блин, не знаю. Ну и не я. Ну, лети, предатель. Никто не убил. Ну, нельзя говорить, что точно не тот. Борозди космос. Капец какой-то. А кто это был-то? Печенька меня грохнула на последнем квесте. Да ладно. Он сейчас убежал от всех нас, и мы все толпой ходили. Я опять член экипажа. Один раз за сегодня был маньяком. Когда мне дадут маньяка? 5.1 бегу в управление, никто карточкой не шликает. Почему так? Некроман, Грэдди и КТ пока что здесь. Я хочу пока сбегать в реактор, потому что я не хочу идти в щитовую. Я просто не хочу туда идти. Слушайте, а здесь, может, кто-нибудь есть? Нет, здесь никого нету. И вообще, в принципе, никого не вижу. Давайте, может быть, в камеры зайдем. Печенька. Рандом. Ба. Они все там... Опа! Даркнесс. Спалился. Короче, ребятушки, мясо полетело в виде упругого и убил его Даркнесс. Прям на камерах увидел. Даркнесс, ты не фартовый. Даркнесс, не знаю, камеру убивать, а? Боже мой. Да, там же прям нарисована же камера там. Я такой сначала иду, такой думаю, ну сейчас Саймона выполню, в щитовую нахуй не пойду, не хочу умирать. Потом такой думаю, ну дай на камеры зайдут. Что-то смотрю, такой, что-то трусы управления, там то да все, и бац, такой просто. Я карачок падаю. Давайте не флудить, тогда еще второго искать. Мгновенно. Ну давай, Даркнесс, там все равно тебе умирать-то. Сам в себя, короче. Чётенько.
Так, одного предателя вычислили. А, вот теперь я могу сбегать в щитовую, потому что предателя не два. Вот, свет починить. Хорошо, я сейчас быстренько его починю, и все будет спокойненько. Так, чпоньк, все. Остался один маньяк. Грэди, давай будем бегать вдвоем. Как ассасин. Это как так? Я тоже потом думал, помимо некро, что это мог быть ба. Я его начал подозревать сейчас ближе к концу только. Как-то так получилось. Знаю, многим не нравится смотреть ничего, кроме пазлов. Но мы этим составом собрались не просто так. На моей памяти это первая такая глобальная коллаборация между блогерами Империи. Поэтому мы будем благодарны вам за поддержку, лайки и подписки на каналы. Ссылочки на все каналы вы найдете в описании под видео. Не забудьте написать комментарий и поддержать лайком, если подобная движуха вам понравилась, подняла настроение и ты хочешь продолжения. Дальше интереснее. Всем пока.